Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Как уничтожить, истребить тлю? Тля на розах, будь то тля на деревьях, либо на кустарниках. От нее избавиться можно легко и просто, не прибегая к химии. Так как химия, лишний раз мы повреждаем кустарники, деревья и почву свою. Поэтому народными средствами из года в год люди пользуются и уничтожают таким способом тлю. В принципе, проблема она не настолько такая серьезная, но если запустить, то да. Если не зная такого средства, то тогда, конечно, серьезно. Я вообще по возможности стараюсь не только обработать именно, вот, к примеру, на молоденьких яблонях, на черешнях тля. В этом году была, я обрабатываю так по возможности все ветки. Почему? Потому что было в том году, я обработал и не обратил внимания, вернее, даже и не заметите вы, когда незначительное количество тли будет на другом дереве. Когда поражено уже дерево на листе, как вы видите, а на других ветках, где нет вроде бы тли, оно сперва незаметно. Поэтому это не значит, что ее нету, если она у вас тля появилась на участке, она уже на других ветках тоже. Поэтому, если даже вы не увидели, по возможности обрабатываем полностью весь участок, если есть такая возможность. В общем, таким способом уничтожаю. И на кустарниках, и везде без труда справляется нашатырный спирт. 40 мл на 10 литров воды. У меня 9-литровый опрыскиватель, я полностью выливаю, размешиваю и обрабатываю свои деревья. В общем, вот таким способом можно потом не переживать за свой дачный участок. Всем удачи, всем пока!